Это пощупу Скиана, Богословский монастырь. Он основан в XII веке. Монастырь этот действующий, братью беспокоить запрещается фото-видеосъемкой. Ну так, если никому не приставать, то можно поснимать. Очень красивые древние сооружения, тут все буквально 12 века. Слава богу, тут не было никаких фашистов, никакой войны. Вот такие древности. Середина 17 века. Келарский корпус. Это вот главная колокольня, которую видно за много десятков километров. Потом я покажу вам ее издали. А вот малая колокольня, середина 17 века. То есть 1600 какой-то год.
Вот такие стены окружали монастырь. Он был как крепость. Ну, в то время строили все города и монастыри как крепости. Вид с монастыря на ту горку, куда я сейчас поеду и сниму, оттуда вид на монастырь. Вот туда вот я поеду сейчас. А вот так выглядит монастырь с другой стороны оврага. Я вам это место показывал. Вот из этой самой калиточки я вышел и снимал это место. Смотрите. Вот такая панорамочка. Еще разок. Вот мы посетили Пощиповский монастырь. Пора уезжать.